акция имеет название «Студенты не овцы». Она подразумевает то, что бизнес-структуры, политика, а также власти университетов относятся к студентам как к овцам. Банально говоря, разводят их, лишая их тех интересов и лишая их тех возможностей, которые они, в принципе, используют в своей студенческой жизни. Именно поэтому сегодня студенты, которых считают овцами, пишут заявление на имя директора зоопарка и сдаются.